Да. Ну что, доброе утро. Доброе утро. Какой у тебя завтрак в Астории? Опять в нашем любимом историческом номере. Расскажи по Астории, что у тебя, какая у тебя есть информация? Ты рассказывал сегодня и вчера. Не хочу. Не хочешь? Кто здесь хорошо, кто здесь проживал? Есения. Да. Угу. Вкусно, Саша? Угу. У тебя сегодня тяжелый день? Угу. Сколько ты номеров катаешь? 2. Еще закрытие, да? Закрытие. Ты любишь Санкт-Петербург? Очень. Ну как, вкусный завтрак в Астории? Да. Супер. Ой, а веранда какая потрясающая. Мам, привет. У меня сегодня выходной и завтра тоже, потому что у меня вчера были соревнования, и я выиграл. Вчера еще была съемка до часа ночи. И, для кого вы снимались? Для Рокса. Да. И еще мы выступали на туре. В туре, да. 2 номера я там выступил. Да, и в закрытии, да? И в закрытии. То есть у тебя такая нагрузка была? Угу. Ты устал? Угу. Сильно? За 2 дня съемка, соревнования. Сейчас куда поедем? В туре. А куда? Сейчас в океане поедем. У меня еще 16-го Питер. А что в магазин ты поедем? А? Все, зачем в магазин? Идем за игрушками. А, хорошо. Кашку? Угу. Вкусно? Угу. С папой, с мамой завтракаешь? Угу. Папа, сосисочка? Сосисочка. Сосисочка.